Открываем огонь по вражеским АСД. Раненый! Огонь по вражеским Клау. Переходим на позицию для атаки пехоты. Приближаются. Вражеский АСД ликвидирован. Вражеский Клау истреблен. Ведем огонь по вражеской пехоте. Тут человек кровью истекает. Враг уничтожен. Открываем огонь по вражеской пехоте. Раненый! Вражеские войска отступают. База в безопасности. Цель задания выполнена. Молодец, Мейсон. Ты чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этой мразью Менендесом. Он винит твоего отца в гибели своей сестры. А еще он винит Вудса. А теперь ему нужен ты.
Чувак! По-моему, Менендесу скоро конец. Что-то мне такое мерещится. Из детства, про ночь, когда отец умер. С чего вдруг? Да ну нахрен! Надо было посильнее тебе врезать! Бутс дал нам все кусочки мозаики. Осталось только их сложить. Менендес был в Никарагуа. Это мы узнали от Кравченко. Там щербатый Мануэль Нарьега предложил его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Одно из преимуществ президента Панамы – возможность использовать армию для своих личных целей. И бесконечно мудрое руководство ЦРУ согласилось на сделку. Белый дом выписал Нарьеге чек на $1 000 000, и все разошлись довольные. А нас отправили в джунгли. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Выдвигайтесь. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. У нас не такой приказ, Вудс. Его надо брать живым. Я же просил, меня не беспокоить! Какого черта? Тронешь мою сестру, и ты покойник! Жозефина! Здесь у монстра! Радогвардия! Жозефина! Дитило! Да лука на ремате! ¡Denle un sedante! ¡Ténganlo quieto! ¡Rápido! Josefina. ¡Despierta! ¡He dicho despierta! ¿Se lo quito? ¿Al silencio? Sí. No somos cuatro para restringirlo. Нас никто не видел. Я спас тебе жизнь. Ты чуть не попал в лапы американцев. Назовем это одолжение. Дороги!
свои. Сестра Менендеса Жозефина погибла при взрыве? А кто гранату бросил? Я не знал, что она там была, Дэвид. Я увидел Менендеса, и у меня башню сорвало. Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Анголе? Менендес. Он хотел знать, что ЦРУ про него известно. Пытал моих ребят у меня на глазах. Думал, я сломаюсь. Я наблюдал, как гибнут мои парни один за одним. А потом он швырнул нас в эту консервную банку и запер на несколько недель. Так что да, как только я увидел Менендеса, у меня сорвало башню! А ты бы как поступил?